Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как можно скачать ролики с YouTube. Ну, конечно, желательно свои ролики скачивать, нежелательно, а нужно, то есть чужой контент скачивать не рекомендуется, нельзя. Итак, хочу сказать сразу, что способ мой возможен только в двух браузерах. В Opera и Firefox. Если в Google, то он не дает этого результата. Итак, пробуем в Opera. Значит, открываем свой канал Рутубе в Opera. Вот мой канал My Favorite iClone from Марина Петрова. Что мы делаем дальше? Заходим на канал и смотрим видео. Значит, здесь вот мои видео, пока я перенесла с YouTube только уроки. Вот плейлисты. Допустим, так, ну вот возьмем какой-нибудь урок, скажем, так, урок по Prashow Producer. Вот очень интересный урок, шпаргалка по модификаторам. Для тех, кто занимается Prashow Producer, открываем этот ролик. Что мы делаем дальше? Дальше мы идем вниз, нажимаем на кнопочку «Поделиться». Появляется ссылочка на ролик, мы ее копируем, просто нажимаем, написано «Ссылка скопирована в буфер обмена». Что дальше? Дальше мы идем в специальное расширение, называется оно «Save 4K». Я потом скажу, как его установить позднее. Значит, нажимаем на него. Идет вот такая загрузка своеобразная. Открывается нечто, и мы опускаемся вниз. И вот наш ролик. Вот наш ролик. И нам предлагают его скачать в разных форматах. Выбираем формат 1280. Нажимаем «Скачать». То есть все дело в этом расширении. Так, идет загрузка файла на сервер. Сначала он загружается. Ну, чтобы это расширение скачать, нужно просто в Opera набрать расширение, каталог расширений и написать это название. Save 4K. Вот оно здесь в адресной строке. Save 4K. Все, ролик загрузился. Так, нажимаем теперь скачать файл. Вот он скачивается. Я, правда, в Opera не работала, я работала в Гугле. Но вот для того, чтобы скачать с Рутубе, пришлось загрузить Opera. Так. Ролик скачивается. Папочка открывается. И вот, пожалуйста, он появился в папке загрузки. Мы его оттуда заберем и ставим на рабочий стол. Ставить. Вот он мой ролик. Вот, там даны разные варианты создания ключевых кадров, там модификаторов и так далее. Все, результат у нас получился. Теперь как мы его вот это расширение, значит, так и в заключение, как установить это расширение. Значит, итак, в Opera заходим вот сюда, кубик, расширение, управление расширениями, нажимаем далее «Добавить расширение». И вот здесь вписываем в поиске наше расширение. Save 4K. Вот оно выходит сразу. Вот так открываем его. Ну, у меня написано, что уже установлено. А вы нажмете «Установить». Вот и все. Удачи вам. Всех благ и творческих находок.